Добрый-добрый-добрый день. Начинаем на очередной день Джон Дота MLG Pro League. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ. Мы переключаемся на матч между Kensei Whips против команды Signature Trust. Собственно, не золотая, но все-таки серединка азиатского дивизиона. Держится команда на 5-м-6 месте. Таблицу чуть попозже покажу вам. Там, в общем-то, без шансов, скорее всего, на выход. Но в любом случае... Борьба будет, борьба должна присутствовать. Понятное дело, что да, варианты выйти из группы есть у каждой команды. Просто надо дальше без поражений идти. Ну, рубку в любом случае мы с вами должны увидеть. У Kensei Whips на данный момент уже в баню отправляется Акс, Антимаг, здравствуйте, Бэтрайдер и Висп. Со стороны Signature Trust в баню ушли Бесмастер, ушел в баню также Void, ушел Лешрак и ушел Бристлбэк. Что примечательно? Примечательно то, что команда Signature Trust не хочет видеть Мусику, играющего на фармящем Лешраке. А значит, какой-то стиль у Kensei Whips уже вырисовался. Ну, это неудивительно. Я сколько наблюдал, Мусика на Лешраке творит невероятно интересные вещи. Все хорошо у него получается. Фарм колоссально идет. Короче говоря, Лешрак вперед ногами пятерых выносит. Решили от этого избавиться и обезопасить себя Signature Trust. По-моему, все правильно сделали. Ну, теперь по поводу пика. У Kensei Whips на данный момент уже имеется снайпер. Скорее всего, в мид отправится тролль, варлорд отправится фармить у нас линию. Чен, как вы уже успели догадаться, отправится у нас в лес. Куда, собственно, еще Чену отправляться. Ну и со стороны команды Signature Trust. Квапа наверняка на мид, сложная для Клокверка. Ну и Line Support Vengeful Spirit. Сорок секунд до пика. У Signature Trust, кстати, давайте, наверное, пока тут пики-пики, я вам покажу таблицу. Как видите, Signature Trust 6 матчей сыграли, 8 поинтов имеет. Kensei Whips тоже сыграли, тоже имеют 8 поинтов в таблице, но сыграно 8 встреч. То есть у Signature еще есть задел в 4 возможных поинта. То есть после 8 игр, сыгранных при удачных всех-всех-всех играх, у Signature Trust может быть 12 очков, и они могут, в общем-то, на первое место отправиться. У Kensei Whips пока такой возможности нет, то есть играют они много, но играют не алё. Ну, австралийский коллектив относительно недавний, собственно, и уровень пока что неподобающий. Тем более для азиатского дивизиона. Азиаты всегда умели играть в доту, они уже сколько раз это доказали на всевозможных интернешнлах и прочим. Ну что, Ancient Operation для Signature Trust у нас отошел. И четвертый пик для Kensei Whips. Здесь, собственно, дамажащая, причем ультрадамажащая комбинация. Я думаю, раз есть Чен, можно подумать, в принципе, о каком-то персонаже для пуша. Чен будет этим заниматься. Я думаю, что не лишено смысла подобрать еще к Чену нам какого-нибудь парня. Тайдхантер для Kensei Whips. Хорошо, ждем Энигму, наверное, от Kensei Whips. Или в бан у нас Энигма отправится сразу же. Не знаю, в принципе, Чен имеется, Тайдхантер. Ну да, сложная занята Тайдхантером, лес занят Ченом. В общем-то, Энигму так особенно и не пикнешь. А вот для команды Signature Trust... Но тут тоже нужен фармящий герой, тут Энигма никак не заходит. Решили избавиться от такого саппорта, как Леон. Ну и сразу же от Спектры избавляется у нас команда Kensei Whips. Медуза вместо Спектры. Просто и аккуратно. Сплэш так сплэш. Радианс выжигает, будет выжигать физуха от Медузы. Ну, комплектация у Signature Trust, в общем-то, неплохая. Правда, тут какой-то особой комбинации не вырисовывается. Собирать всех вместе толком нечем. Аппарату просто придется с 14 километров стрелять ультом, а там уже как файт пойдет. Ну, и Медуза, конечно, план Б. Такие планы обычно срабатывают. Медуза редко оказывается в плохой ситуации по фарму, и не так-то просто контрить данную подругу. Ну что, последний пик для Kensei Whips. Кто у нас будет еще одним саппортом, мы сейчас узнаем. Кто у нас будет троллю на линии помогать. Можно подумать,
Да, о ком же вообще здесь можно подумать? Кто бы под Тайдхантером мог бы зайти? Ну, Скайрос Мак, опять же. Скайрос Мак мог бы здесь немного разбираться с Медузой. Не бесполезно совершенно. Опять же, ни в бане, ни в пике его нет. Собственно, вполне может быть. Парень более чем популярен для... для контроля хотя бы одного персонажа. Бэйн. Вот так вот решили. Бэйн. Вчера был Бэйн у нас от команды Power Rangers. Давно я не видел Бэйна. И сегодня тоже у нас Бэйн, но теперь для Kensei Whips. Все опять же Join Dota MLG Pro League. Ну ладно, укомплектовались командой и хорошо. Можем, в принципе, переходить к матчу. MyPro будет играть в миде у нас на Квапе. В сложную отправляется Абба на Клокверке. Лакелс будет фармить на Медузе. Бумбел ему поможет. И кто тут у нас... пятый, по-моему, стендин какой-то. Signature Trust играет пятым. Чуть-чуть позже озвучим. Туди. Туди на снайпере будет у нас. Туди будет у нас на снайпере. Голдот забирает себе Чена. Чейнс на Тайдхантере. И 3-4-3 будет у нас отыгрывать на Бене. Ну вот, теперь все понятно. Тайдхантер меняется с Голдотом, потому что даже немного удивительно было. Чейнс у нас отправится в мид на снайпере. Ну и... Тайдхантер, конечно же, от Туди будет в сложной. И какая вообще азиатская дота? Какой азиатский дивизион без паузы на первой секунде? У Мусики то ли траблы какие-то, то ли что-то в этом роде. Сейчас узнаем. Пока еще не подключился. Ну, собственно, по линиям... Все очень и очень ровно. Единственный какой-то дисбаланс в привычную, статную, скучную доту азиатскую со стандартным набором героев, разумеется, вносит Бэйн. Бэйна не так часто пикают. Вообще, толком и не помню, когда его пикали, не считая да, вчерашних матчей ПРов. А так Бэйн, конечно, вообще не частый гость в пике. Вот Бэйн может, в принципе, контролить у нас Медузу и с Медузой разговаривать на равных. Так что неудивительно будет, если Лакелс у нас в итоге пойдет в линку первым артефактом, чтобы, разумеется, Финсгрип и вейдить, и Найтмэр. Да все, в принципе, тут есть от кого что и вейдить. Плюс снайпер с ультой. Да, я думаю, линка на Лакелсе must have. По новостям в мире Доты, кто там что смотрел? По-моему, ничего не случилось интересного за последний день. Все команды остались в старом составе. Там, конечно, большие изменения. И Ньюби, и LGD, которые к Сяоэйта себе оторвали. И Мипаунты распались, и Virtus.pro. По-моему, Virtus.pro анонсировали время созыва нового состава. А так, пока никакой информации толком не дают. Но то, что будет существовать данный коллектив, у меня действительно были сомнения. Ребята хотят собрать толпу на International какую-то вменяемую, чтобы вообще попасть и пройти квалификации на International. Хватит ли на это времени, не знаю. Но опять же, все зависит от состава и от уровня. Помнится мне, был такой коллектив, как Альянс. Ну, был, говорю, потому что сейчас, конечно, Альянс из себя представляет, ну, мягко говоря, жалкое зрелище. А Альянс, который под третий International собрал состав и почти за полгода умудрился... разобрать всех на каждом континенте и по несколько раз, а потом еще раз повторить. Да, конечно, было удивительно. Но Альянса был, безусловно, звездный состав. ВП наверняка будут собирать у нас ВП не Нави, наверняка будут собирать состав СНГшный. То есть Украина, Россия, Беларусь. Там не поприглашаешь ни Куроку, ни еще каких-то серьезных дядек. Ну, глянем. В принципе, пока у нас, по-моему, из... игроков, которые ушли в инактив, разве что Фаник гуляющий. Ну и распустили Мипаун. Там европейский составчик неплохой. Но В33 уже вчера катал у нас за Балкан-Берскар-Леона. И, по-моему, неплохо свое дело делал. Он-то вряд ли, конечно, вряд ли балканцев на ВП променяет. Короче говоря, не знаю, будем смотреть. А так по новостям, в общем-то, никаких интересных... истории не случилось, ни у кого ничего, всех все хорошо, ни у кого дота не лагает, все молодцы. Ну, пауза продолжается, я смотрю, у нас пауза.
Самое время посмотреть, кто во что одет. Рубрика для юных модников Доты. Нави сет. Лучше бы Нави так играли, как сеты клепают. Венга роскошная. Квапа роскошная по дефолту. Еще один Нави артефакт. Фаник ушел в инактив и лупит артефакты в Доту. Серьезный бизнес. Там недалеко до елок в Харькове. Нет, я шучу, конечно, никаких артефактов у нас Фаник не клепает. Фаник просто ушел в инактив, пока молчит. Интересно будет посмотреть, кстати, какой коллектив у нас приберет к рукам Фаника. То, что он вообще закончил, это, конечно, нелепо. По возрасту там все в порядке, можно еще играть, играть и играть. Вот, ну и в Нави, насколько кто знает, в Нави Фобоса взяли на оффлейн. Так вот заменили одного другим, ну, по стилю игры интересно. Мне кажется, чтобы поменялся стиль игры Нави, там менять надо кое-кого повыше, поглавнее. Разумеется, речь идет о капитане. Ничего плохого не могу сказать, но примерно тот стиль игры, который навязывает Габлак, мне точно не импонирует. Ну и вообще, какая-то прошлогодняя, позапрошлогодняя истерия по Габлаку, как просто спасителю всей СНГшной Доты и персонажу, который мог бы вытащить за уши тонущую команду Нави, мне кажется, это вообще неоправданно, это даже несерьезно было обсуждать. Ну, обсуждали, умные люди вложили деньги и взяли Габлака в команду, что случилось, собственно, вы прекрасно сами видели. Ладно, у нас игра. Хватит. У нас началась игра, команды расходятся на лайны. Ну, здесь трипла, собственно, музыка фармит, 3-4-3 на саппортинге, и GoDot отправляется в лес. Тайтхантер сложная, и Chains, конечно же, на снайпере в мид. Ну, а со стороны Signature Trust, в общем-то, тоже все понятно. Клок в сложную, на нем будет отыгрывать Абба. Шира с Бумбелом пойдут вниз, помогать у нас фармить Лакелсу. Майпро, разумеется, оставят на мидлейне. Ну, опять у нас отвалились игроки CSW, GoDota 500 пинг. Так, конечно, играть нельзя, но ждем перезахода. Что там вообще, кстати, интересного по турнирным таблицам? Ну, в группе азиатской на первом месте команда MVP Phoenix. У них 8 матчей, 11 поинтов. Но, опять же, повторюсь, у Signature Trust 6 матчей, 8 поинтов. Есть возможности обогнать MVP Phoenix при удачном раскладе для них. На втором месте Рейвы, тоже 8 игр и 10 очков. Короче говоря, у Signature Trust есть все шансы, то есть поднапрячься, попотеть, и можно будет легко выйти в топ. Сразу же с пятого места у нас шагнуть. Ну, там действительно есть все варианты. Сразу три команды на втором, третьем, четвертом месте. Это Rave Invasion и Arcanus Gaming по 10 поинтов имеют. И MVP Phoenix на первом месте 11 очков. Там дальше по Америке, естественно, EG, единоличный лидер, хотя на Today на пятки ребятам наступают. У EG серьезная конкуренция. На Today еще один матч, если сыграют и Best of 2 выиграют, будет всего одно очко разделять между командой между собой. 15 поинтов у EG, 12 поинтов у на Today и еще одна игра Best of 2 в запасе. Ну а по Европе, собственно, тоже, наверное, надо поговорить. HellRaisers, 4 игры и 7 поинтов. Одна ничья у них была, и дальше все, в общем-то, хорошо. Ничья у них была с Балкан Бирскорлеону. У Бирскорлеона тоже 7 поинтов на данный момент, но на одну игру больше сыграно. Сегодня HellRaisers играют у нас против команды Тинкер. Рубилова будет, по-моему, вообще роскошная. Тинкеры на третьей позиции, у них 5 очков, 4 игры. Короче говоря, тоже претенденты на выход с первого места из группы.
Это будет в 18 сет, а дальше в 21 сет у нас играет Team Tinker. Нет, не 21 сет, 20 сет. 21 по Киеву, 22 по Москве. У нас будет играть Team Tinker против Balkan Bears-Corleone. Все тех же обидчиков команды Hellraisers. Balkan Bears-Corleone с тендином катает V33. Собственно, экшен постоянно. Вчера пэры бедняги огребли по первое число от Мипо на данном персонаже. Было, конечно, интересно наблюдать за реализацией. Реализация была просто роскошная. Ну, в общем-то, на лайнах ничего удивительного не случилось. Все стоят так, как и должны стоять. Дабла вверху, Чен лес, мид, снайпер. Ну и сложная Тайтхантера Туди. Здесь тоже квапа в миде, сложная соло стоит Клокверк. Ну и дабла здесь, и в лесу у нас гуляет Шира, занимается отводами. По начальным закупам, в общем-то, те, кто должны были фармить, те на фарм и затарились. У квапы нул талисман, у Лакелса там рейсбенд. У снайпера тоже рейсбенд, в общем-то, все по гайду. Ничего удивительного вообще не случилось. Ну и не должно было случиться, хочу я вам сказать. Команды, что CSW, что Signature Trust, особенно ничем-то и не удивляют. Разве что фармящий лишь рак от CSW. Но опять же, те, кто знают стиль игры CSW, вовремя его банят. И, собственно, знают тогда, чего ожидать. Все уже дальше зависит от рук и от реализации. Напомню еще раз, игра проходит в формате Best of 2. У нас первая встреча, только-только начали. Ну и ответка будет, разумеется, сразу же после данной игры. MyPro 700 скоро очень будет. У Chains'а уже идет рейсбенд еще один. Chains у нас пошел в дэмэдж. Chains'у лучше бы пофармить. Вот, собственно, этим он и занялся. Абба. Два крипа себе насобирал. Ну, Абба что-то на сухом пайке. 3 минуты, 2 крипа. Ну, занимается здесь каким-то подворовыванием экспы на стаках. Ну, почему бы и нет. Вижена не имеется для команды Signature Trust. Правда, есть вижен для команды CSW. Я так понимаю, варды, видимо, у Аббы были. И тут их, скорее всего, разбивали. У Туди дела чуть-чуть получше, но тоже не блещет он количеством фрагов. MyPro где-то очень сильно просел. Chains у нас тоже под страйком. Значит, была где-то стычка. Ну, пропустили и пропустили, ничего страшного. У квапы уже имеется банка. Chains, как я сказал, отправляется у нас в количество дэмэджа для более-менее благоприятного фарма. По фарму очень ровно стоят у нас герои, что на миде, что на легких лайнах. Chains пошел у нас настреливать, точнее, MyPro пошел у нас по Chains'у настреливать, но здесь проседает по хп, конечно. Chains, никакой банки нету, батлы нету, руны контролить вообще бессмысленно. У него дела не лучшим образом обстоят. Тут одними деревьями, разве что на одном уровне можно хп держать. И тоже, чтобы отхилиться, надо не подходить на линию долго. А это потерянный фарм, это потерянный опыт. Ну и все это, конечно, на левел, да и на дальнейшую сборку будет отражаться. У Мусики тем временем 19, даже 20 на 11. У Лакелса 22 на 11. Ну, тут копеечный разрыв. Фактически его и нет. Фейсбуцы появляются у нас у Лакелса и у Мусики. Я только что с героя на героя начал альтабом переключаться вообще. Нормально, приехали. Абу пытаются здесь зацепить, сетка на него. Чен засловил, Аба должен, в принципе, отходить здесь, хотя через батарея саут нет. Просто напыхтел в лицо у нас медведемону-крушителю и остался живым. Но это главное, в общем-то, для Клока. Клок у нас без хила. У Клока возможности похилиться никаких. Почему он отсюда не уходит, не совсем понимаю. Опять же, Мусика может смело в него врываться. Тут одними когами не справится. 3-4-3 бежит у нас. Найтмэр есть, цеплять можно. Брейнсап тоже имеется, но Абба, по-моему, доигрался в игры. Батарея саут включил, пошел под тавер. Ну, мансит. И, кстати, неплохо еще мансит. Ну, 3-4-3 заходит в спину. Все, фестблат у нас для команды CSW. Первый фраг забирает Мусика, и тролль уже обгоняет Лакелса по фарму, это 100%. Туди отправился в лес. Видимо, чтобы судьбу Аббы не повторять. Ну, крутая реализация Чена. На первых, на ранних минутах вышли. Забрали оффлейнера. Сейчас, в общем-то, должны бы еще и Тауэр забирать, потому что вы видите, здесь вообще сопливые хп у Тауэра.
Снайпер, тем временем, Ancient Operation у нас развалил. Где ты встрял так? На руне. Ancient Operation просто у нас не вышел из шрапнель. Шестого левела нет, да, ассасинейта не было. Даже и не слышно было о нем. А команда CSW отправляется на Тауэр. Купа тем временем снайпер отомстила за своего Ancient Operation 1-2. Тауэр упал у нас на топе, забрали один фраг в миде. Давайте глянем графики. CSW на 1000 опережают своих оппонентов, даже чуть более, около полутора. Ну, по экспириенсу Signature Trust выигрывают, хотя и немного. В общем-то, относительно ровно все. На 6-й минуте никаких особых выпадов вперед не было по графикам. Хотя Тауэр уже упал. CSW, в общем-то, дали понять, что Чен они не просто так пикнули. Пуш у нас, скорее всего, будет нон-стоп минуты до 20-й. Надо сносить внешние Тауэра, а там уже пусть другие ребята на арену выходят. Где Чен? У Чена 900 на руках. Будет, скорее всего, выход в Мекку у Туди. Аркан Буцы уже имеются, но Туди тут по спаунам нормально должен нафармить. Я думаю, что где-то минутик 12-11 может быть и даггер уже появится. У Мусики. Тем временем появляется Мордик Маски. Есть фейсбуцы. Что у нас у Лакелса? Фейсбуцы, рейсбенд. Пока что у Лакелса без изменений по вещам. Правда, по золоту 1500 уже насобирал. У Чейнса Аквила появляется фазов. Пока еще нету. У Майпро появляется Power Threads. Ну, банка, ну, талисман. Это мы с вами уже видели. Ну, все заняты фармом. Все фармят, все хотят вывести свои артефакты, потом уже драться. У Аббы дела не лучшим образом обстоят. Всего лишь 10 крипов смог забрать и также один фраг подарил, причем подарил ФБ. И не кому-то там, а ФБ подарил кор-герою команды CSW Мусики. Так, врыв у нас готовился от Абы. Пытались с вингой войти. Ну, в принципе, тут не одна винга. Майпро здесь. Накричали уже на Мусику. Sonic Wave будет ли проюзан? Нет, еще 9 секунд. Ну, Майпро должен здесь, в принципе, забирать Мусику. Бежит, конечно, быстро, но бежит под страйком. Ну, за денайл у нас стоит Хантер Тролля. И это очень крутой мув, по-моему. По-моему, веселье началось. Бежал, бежал, в принципе, чего там вообще ждать. И смотреть, пока Квапа прыгнет и разорется на тролля. 2-2 счет. Но опять же, это денай по экспириенсу. Нифига не получила команда Signature Trust по золоту, тем более. Ну да, немножко там потерял тролль, но опять же, это не так критично, как умереть от мидера команды соперника. Тайдхантера уже 1200 на руках, Туди все ближе и ближе к даггеру. Еще 4 минуты. Посмотрим, сбудутся ли мои прогнозы. У Клокверка появляется Транквил Буцы. Даже немного странно. У Медузы появилась Яша. После Яши, я думаю, будет выход вряд ли в Манта Стайл. Думаю, что примерно в Eye of Skadi будет выход. Ну или Линку. Линку, по-моему, must have здесь. Потому что, ну, как против Бэйна драться, толком непонятно. Через ульту контролить у нас беднягу Медузу можно без вопросов. Плюс ассасинейт и нас нормально по мане сбивает через моношилд. И на хп просаживаться будет прилично у нас Медуза. Опять же, все зависит от Лакелса и от того, насколько хорошо будет идти игра. Если получится ранний, допустим, Скади вывести, то и за счет статов вывозить количество дэмэджа, да и переживать ульту а Бэйна можно будет, то почему бы не пойти в статы? Ну, глянем на дальнейшие баталии, которые нас ожидают. Давайте глянем еще на Netwars. У Лакелса 5000 общая стоимость и 4600 у нас у тролля на втором месте. Дальше уже идет Майпро на третьем. Майпро относительно ровно у нас с Чейнсом идет. Разница небольшая, где-то 300 по золоту. Голдот вместе с 343 с кучей своих крипов из леса под смоком во вражеский лес вошли. Абба что-то, по-моему, понимает. Здесь Vision в центре стоит, но не видели. Хотя смок уже спал, уже, в общем-то, все понятно. Зацепили у нас Туди, ну же. Нет, Туди даже не цепляют. Не собираются у нас цеплять Туди.
как могут Туди цеплять, если Туди играет за команду CSW. Разумеется, ничего подобного. Это меня немного подпринакрыло. Но забирают еще один тавер. Тавер забирают, причем тавер забирают... Ой-ой-ой, Бумбел, по-моему, лишнего себе позволил. Крик из кустов и... Улетать отсюда как можно скорее. Тролль пошел на разведку, никого там не найдет. Можно идти на Т2, пока здесь собрались, пока есть скрипы. Опять же, Hand of God у Чена есть, 6 левел имеется. Ну, Hand of God у нас здесь файт против Чейнса. Чейнса в любом случае должны забрать. Нет, Чейнса не забирают. Команда CSW у нас сегодня решила бить все рекорды по Денаю. На этот раз 3-4-3 забирает Денает своего героя за счет Найтмара. Там Тайтхантер с руки доковырял тролля, здесь снайпера. Забирает у нас Бэйн. Ну, конечно, должно быть обидно команде Signature Trust. Вроде бы старались, а тут все на смарку. Кстати, первый тавер может упасть в копилку команды Signature Trust. По золоту. CSW 2 с лишним, по экспириенсу 500. Фактически ничего. Здесь крипы, а здесь 2 или может даже 3. Нет, 2 героя от команды Signature Trust ковыряют тавер и не доковыряли. Мусика пришел, мусика за дефолт. Все, в общем-то... Это слишком прозаично оказалось для команды CSW. У снайпера готовится выход в Яшу. Есть фазы, есть рейсбенд и также Аквила. Ну, в мом Чейнс со старта не пошел. Может быть, дальше будет. Неизвестно. У Тайтхантера, вот, пожалуйста, 12-я минута. Блинк Даггер. Кто говорил? Я говорил. Врыв у нас от Абы в снайпера. Чейнс точно здесь разваливается. Очень быстро разобрали его. Квапа забирает у нас Чейнса. Пошла дальше погоня за голдотом. Ульту в Майпро зарядил Тайтхантер. И сверху еще Финсгрип от 3-4-3. Квапу разобрали. Лишнее себе позволил у нас Майпро. Зачем идти на вражеский хайграунд? Ну, поверил в себя. Оказалось, зря. 3-4. Команда Signature Trust пока что впереди по фрагам, по экспириенсу и по золоту. Как видите, все за CSW. Две с лишним... Они по золоту выигрывают, правда, по экспириенсу. Сквапа только что немного подфидила CSW. Но, опять же, разница не критичная. Аба у нас отправляется в Найтмэр. Будет ли Чейнс его цеплять? Можно, в принципе, попробовать. Нет, не решились. В общем-то, есть вещи позанятнее, например, фарм. Снайпер на пятую позицию отлетает у нас. Ну, три смерти для мидера — это много. На 12-й минуте 1-3-0, лимитик КДА и 57 крипов — это действительно тухловато. У Квапы 59 крипов, но у Квапы 2-1 счет. Два убийства. Одна смерть всегда лучше, чем одно убийство и три смерти. Музыка отправился у нас на Эншентов. У него уже есть доминатор, есть фейсбутс. Вот теперь, по-моему, у Музыки большие проблемы. И нейтралы здесь добивают. Как вообще так получается? CSW сегодня вообще, наверное, от рук Signature Trust не будет умирать. Сначала Тайтхантер тролля добил, потом добили у нас снайпера за счет Nightmare от Bane. А теперь отлично. В общем-то, ульта от Ancient Operation влетела и заденайли тролля нейтралы. Даже как-то странненько. Вроде бы ульта классно влетела, но там, конечно, не сразу убивать, а... Немножко дотикать должна была, но не дождались. Пока дотикает, нейтралы решили себе фраг. Ну а чё, стоят скучно, отомстили за то количество пачек, которые у нас Мусика разбирал. У Мусики появляется Blade of Alacrity. Готовится выход в Сенджин Яша, насколько я понимаю. На Рошана под смоком заходит команда CSW. Signature Trust вообще знать об этом не знает. И пока не будет просветки у нас от Клока, никто... Да, уже летит просветка. Ну, теперь знают, и что вы будете с этим делать? Собственно, ничего. Теперь просто остается отбрасываться скиллами и ждать, когда от старости у нас Signature Trust умрут. Забирают у нас в любом случае Рошана под ультой Клока. А вот теперь можно драться. Под ультой, точнее, аппарата. Аба у нас разваливается в собственных когах, но... Аба, в общем-то, очень сильно надамажил CSW. Майпро рассыпается. Пока что 2 в 2 файт. Чейнс просто с лоу-граунда стоит и стреляет. Бумбелла тоже развалили. Развалили аппарата. 4 в 0. И Аегис
по-моему, никто не потерял. Нет, Aegis не потеряли, у Мусики была Aegis. На лоу хп, конечно, но 4 в 0. 4 в 2, точнее, драка. Все это в пользу команды CSW. По графикам наверняка пойдут в отрыв. Но надо было немного раньше врываться всем остальным. Потому что то, как ворвался Клок, это, конечно, прекрасно. Видимо, хотел подгадать под Рошана. Подгадал под Рошана, правда, ворвался вообще единолично. Очень быстро разобрались с ним. Разбили голову своим же гаечным ключом. А дальше по одному разобрали всю команду Signature Trust. Тайдхантера уже начинает даже форстаф вырисовываться. У тролля 800 сверху после Яши. У Голдота есть Мека, есть Аркан Буцы. 270 еще капнуло. У Бейна. У Бейна есть урна, есть Клака. Бейн, ну, по чуть-чуть, где-то свое забирает. Опять же, 8 левел для Бейна уже хорошо. Они и товара денает, и друг друга денает, и крипам отдаются. CSW ничего вообще не хотят отдавать. Все, в общем-то, Signature Trust по полнейшей дешевке забирает. За товара получают копейки, за героев вообще ничего не получают. Понятное дело, что по экономике тут все будет в пользу CSW. На Т2 вышли у нас игроки команды Signature Trust. Забрали в это время у нас CSW на миде. Тавр, 4 крипа, но чен их к себе заберет. Пришли дефать CSW, но дефать уже не от кого. Signature Trust просто в рассыпную. Ну, кривая игра от Signature Trust, мягко говоря. Реализации, в общем-то, ноль. По дракам вроде бы неплохо все залетает, но как-то все не по таймингу. Соответственно, и комбинация сама по себе рушится. Полезность имеется, но эта полезность частичная и поочередная. Нет, чтобы всем толпой навалиться и очень быстро разобрать. Хотя, с другой стороны, пока там Signature Trust ошибается в файтах, а действительно можно сказать, что они ошибались, потому что убили они гораздо меньше, чем раз, чем их убили. Это только здесь 7-7, а по факту у нас 3 деная. Все это в копилку Signature Trust не капнуло. Так вот, пока Signature Trust там дерутся и дерутся хуже, чем CSW, в это время Luckels продолжает фармить. У него уже собранный Eye of the Skadi. Это 17-я минута. Там пускай 18-я минута для Лакелса. По-моему, тайминг просто превосходный. Поста там у Лакелса теперь все относительно ровненько. Для 18-й минуты так точно. Всего лишь первая ульта у нас у Бейна. Никакого аганима, разумеется, здесь в ближайшие минут 15 не будет. Ну все. Лакелс принес себе Скади. В это время CSW выходит у нас на Т2. Т2 очень быстро забирают. Аганим есть у MyPro, можно уже и на крипов его потратить. Крипов здесь стараются забрать. Чен, ну, должен забирать, да. Все три крипа бедняги к нему прибегают. Очень битые, грустные, несчастные крипы. На лоу хп, с другой стороны, живые. И это неплохо. Сейчас Чен их выходит, полечит и опять к себе позовет. Голдота 1400 на руках. Я думаю, здесь мы увидим появление какого-либо аганима. Точно не будет лишним. Древние точно не рассыпаются у нас от ульты. Квапы. Потому что прекрасно понимаете, один Sonic Wave и туда же Scream of Pain и большая часть крипов Чена, да, наверное, даже и все обычные крипы из леса развалятся моментально. А это очень много спылов. Это стан, это тот же Shockwave, это дизейбл у нас от тролля в виде сетки. Ну и ауры. Ауры, еще раз ауры. От всех этих ребят, плюс сова. Зацепили у нас MyPro. Высвапывает винга MyPro. Ну, MyPro здесь в любом случае рассыпается. Снайпер забирает этот фраг. И снайпер еще из руки доковырял у нас Vengeful Spirit. 8-9. CSW выходят вперед по фрагам. И по фарму они по-прежнему впереди, где-то 1000 на 4, я думаю, опережают. Так и есть. По золоту 4, по экспириенсу 2000. У Мусики имеется Сенджин Яша, у снайпера есть Яша, есть также... Ну, скоро появится, я думаю, Сенджин Яша или нет, или Чейнс у нас в Блэкинг Бар пошел.
В общем-то, не лишено смысла. Просто там чинится не все так хорошо. Как, например, у того же тролля, просто там чинс очень сильно проседает от ульта аппарата. Тем более, у аппарата есть Hand of Meda, значит, увидим мы с вами Аганим. По-моему, уже курьер полетел у нас за поинт-бустером, так и есть. В Аганим постепенно у нас выходит Шира. 2000 на руках у Голдота. Пока ничего. У Бэйна. Ну, у Бэйна просто деньги тратятся на смерть. Ничего серьезного Бэйн пока позволить себе не может. У снайпера таки появляется. Смотрел Хаммер в курицу уже, он летает. Значит, Чейнс у нас отправляется в Блэкинг Бар. В общем-то, тут совсем немного. Это пачка и БКБ будет собран. У тролля 1500 после Сэнджин Яши. 3-4-3, по-моему, лишнего себе позволяет. Пошел гулять по вражескому лесу. Я понимаю, что Бэйна можно расконтролить очень круто. И сон, стан, все остальное. Все крутое и полезное. Но если 3-4 человека нападет, то Бэйна, разумеется, не вывозит. От 900 всего по ХП. Бэйна достаточно быстро у нас и Медуза, и Квапа разберет. У Квапы появляется Огр Клаб, и Майпро у нас отправляется в Блэк Кинг Бар. У Клока есть Блейд Мейл, больше пока ничего, Абби здесь, наверное, необходимо гоним, потому что команда CSW постоянно перемещается по карте, надо ловить их будет везде и как-то стройные ряды разбивать. А врывы от Клока, в общем-то, это наиболее важная вещь, которую данный персонаж может внести в драку. Прилетает снайперу Блэк Кинг Бар по золоту. 5000 в пользу CSW, по экспириенсу 3000 в пользу тоже CSW. Кто там такой нервный? Смотрите, NetWars, по NetWars 12600 у нас впереди всех Медуза. На втором месте 11000 у Мусики, ну и дальше, в общем-то, относительно ровно у нас идет мидер команды, что команды CSW, что команды Signature Trust. Столпилась команда CSW, просто герои и крипы все здесь, пока в них не врываются. А Лакел с хайграунда, я думаю, может и напасть. Поймали сетку на Сабу, Аба на лу ХП, плюс брейнсап, высвапывают Абу. Абу, скорее всего, дотикает у нас урной. Пытается сделать отсюда ТП-аут, ульта пошла от аппарата, ульта пошла от Квапы. Ну, Мусика очень быстро рассыпался, плюс Лакел здесь наорал на всех. Лакелса Финсгриф зажали. Правда, бить разве что один чейн сможет, но этого Лакелсу достаточно. 3 в 1 подрались. Тролля разобрали, потеряли всех, кого только можно было из важных героев. Еще и Майпро должен отсюда отъезжать. Ну, Аба на подсейв, то, о чем я вам говорил. Вменяемые врывы делают свои вещи. Туди на лоу ХП. Ну, тут через Кракен Шелл 4-й не доковырять, наверное, Туди. В итоге 4... 4 выкупался ли у нас Аба? Нет, Аба не выкупался, Аба все-таки живым. Битым, но живым отправился на свой фонтан. ТП-аут успел сделать, ну и в файт вошел, спас своего мидера. В любом случае, в пользу команды CSW драка, и по графикам это прекрасно, прекрасно видно. Снайпер в драку вообще не вступает, он просто стоит издалека, просто шмаляет. То есть ему что крипов бить, что героев, опасности никакой. Фуловый чейнс без мома, без какого-то аджиралова серьезного стоит. Слоу-граунда, скай-граунда, плевать вообще чейнсу, стоит. Просто на full range. Поливает шрапнелью, разваливает с руки, дает спину ассасинейт. Чейнса еще не цепляли в последнее время. Чейнс, в общем-то, может себе такую роскошь, как отсутствие от хила, позволить. Ну, показала команда CSW, опять же, как можно контролить Медузу. Через финс-грип Медуза не выживает. Снайпер сдалека может расстреливать. Стоунгейс переживает, в общем-то, а потом финсгрип и пошло-поехало со всех сторон в Медузу. Прям ненавидят, флеймят всех чейновых пэтов у нас игроки команды Signature Trust, нон-стоп летают то ракеты, то ульта аппарата. Пытаются зоопарк сократить. Пока у нас уже под сокращением, как мы видим, один медведь и тролль тоже где-то близко. Signature Trust отправились на нижний лайн. Забирают тауэр без проблем.
почему-то решили не задонатить или не получилось у нас улакился. Забирает у нас машинка Тауэр. Пошли на Т2. Не мешают пока. Хотя, почему не мешают? В спину заходит у нас команда CSW под смоком. Смок не спадает. Туди увидели. Врыв от Туди. Пошла ульта. Майпро очень быстро рассыпается. Ульта от аппарата перед смертью. Правда, ульта в никого. Но здесь бегает под стонгейзом Лакелс. Никто не примерз. Лакелс, скорее всего, отъезжает. Стопят его. Куча дизейблов. Сетка, 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 сетки нет. Но здесь и просто можно заковырять. Трипл килл у нас от Туди. Вот такой вот оффлейнер команды CSW. На соплях ушла отсюда у нас Винга. Хотя нет, никуда Винга не ушла. Но отдайте же вы Туди ультра килл. Это unstoppable для мидера команды CSW. Чен с троллем отправились на Рошана. 4 в 0 подрались. Почему бы не пойти? CSW уверенно выигрывают этот файт. По золоту 3500 поднимают. Ну и по графикам, понимаете, прекрасно. Ничего утешительного для Signature Trust не имеется. У Туди уже имеется форстаф. Уже порядка полторы тысячи осталось до рефрешер орба. Рано вывозит свои артефакты Туди. Ну, неудивительно, в общем-то. 5.08 КДА, да и по крипстату не сильно проседает. 114 крипов для Туди. Это, ой-ой-ой, как много. Флейнеры непозволительно много зарабатывают со стороны команды CSW. Абы для сравнения, видите, 55 крипов всего, ну и счет 0-2. У Абы, конечно, нет возможности фармить эншентов и лесных крипов, так как может себе это позволить делать Туди. Но, тем не менее, Абы и поудачнее драться мог бы. Отменяет у нас Аба ульт, кстати. Видел я, как уже протягивал свой ключик в сторону Чейнса. Ну, тут на подсейв два героя, в общем-то, без вопросов. Я думаю, Абу разберут. У Чейнса все-таки появляется мом. Рано или поздно, но в данный артефакт мидер команды CSW выходит. Но это не лишнее. В общем-то, он стоит вне зоны контроля. Его не бьют практически. Очень часто так случается, что Чейнс выбирает удачную позицию и может позволить себе абсолютно фуловым стоять. Почему не пойти в damage per second? Разумеется, мом прекрасный артефакт для этого, для снайпера. И, собственно, вот Чейнс приобретает мом. У него 2500 еще сверху. У Туди 1200 до рефрешер орба. У Бэйна появляется point booster. Бэйн у нас направился в Аганим. У тролля 2700 на руках после даггера. У Чена уже имеется Аганим, еще и Void Stone сверху. Но Гоудот тоже себя хорошо чувствует. Всего лишь один раз умирал и 8 ассистов. Ульта аппарата. Мусика отсюда уходит, а крипы бедняги рассыпались. Ну, разумеется, это не считается. Мусика очень удачно решила отойти в сторону. Так, зацепили у нас, по-моему, кого-то серьезного. Да, Лакелс у нас бежит. Шапнель под ноги, Лакелс вовремя отбежал из файта. Будет ли драться команда Signature Trust за свой Т2? Наверное, есть смысл. Хотя здесь уже такие серьезные дяди, как древний гранитный голем, как древний дракон. В общем-то, эншенты здесь проблемы для команды Signature Trust создадут. По графикам 10 с плюсом CSW, по экспириенсу 12 с плюсом. На своем хайграунде стоит команда Signature Trust, пока не спускается, наверное, правильно. Лакелс летит на базу. Кто здесь еще у нас гуляет? Шира у нас умудряется гулять на вражеском секрет-шопе. Зачем, непонятно. CSW уже. Ну, тут, наверное, для ульты. Ну, конечно, да. Для чего еще может у нас Шира здесь стоять? Ульту отправляет. Ульта попадает в снайпера. Снайпер должен разваливаться. Да, снайпер умирает. Правда, это, опять же, потерянный Аегис. И больше ни в кого ульта аппарата не попала. Значит, можно драться. Но CSW
CSW, собственно, и никуда не отходят. Hand of God проюзали, ну да, все-таки разошлись. Но еще 4 ульта было. Можно было попытаться подраться, решили без Hand of God не играть. Непонятно даже толком почему. Ульта аппарата была уничтожена. Причем уничтожена в никуда толком. Да, разменяли ее на Aegis, но все 5 игроков команды CSW могли бы спокойно драться. Почему CSW решили развернуться? Даже не понимаю. Можем по деньгам пробежаться и, может быть, что-то да поймем. Да, наверное, все-таки поймем. Demon Edge появляется у нас у снайпера, также Javelin в придачу. МКБ будет для Chains. Видимо, решили дофармить необходимые дэмэдж артефакты. У Мусики уже появляется Ultimate Orb. 2700 на руках. Тут, скорее всего, Eye of the Skadi будет у тролля. У Голдота 700 после Void Stone. У Бэйна 1000 практически сверху после Point Booster. Со стороны команды Signature Trust. Может быть так случилось, что кто-то что-то купил. Black King Bar у нас у MyPro. Ни разу не проюзанный. 200 на руках. У Лакелса появляется Eagle Song. Ну, собственно, видите, сразу же ответ у нас. Даже Butterfly уже прилетает у нас для Лакелса. И сразу же ответ от снайпера. Chains не медлит. Chains отошел. Chains понял, что в файтах надо быть более укомплектованным. Но здесь есть Яша. До сих пор у нас не грейдится Яша от Медузы. И Медуза решила обойтись без линки. Вот теперь у меня действительно вопросы. Я, конечно, не супер серьезный дота-аналитик, но как-то бы избавиться от финс-гриппа, от которого, кстати, Медуза умирает. Ой-ой-ой, как быстро. Можно было бы попробовать. Опять же, прокнет не прокнет, но с другой стороны и статы для Медузы нормально дает линка, да и реген той же маны. Ладно, не мне учить Лакелса, возможно попозже еще и появится линка. У Клокверка появляется Force Staff. Готовится у нас драка на миде, а Unstoppable уже для Туди. Весьма-весьма легко. Вингас сыпется в пятый раз. Туди убивает у нас шестой раз уже на карте. Вот такой флейнер. Тайтхантер 6 киллов имеется. Имеется рефрешер орб. Есть дагер, есть форстаф, арканы. В общем-то, Туди большего и желать не стоит. Разве что Шиву, но это вообще будет полнейшая роскошь и перебор. Если до этого дойдет, конечно, будет интересно посмотреть. Пошла у нас ульта от снайпера. Немножко потрепали у нас мана-шилд у Медузы. Ну и все, и отходят. Очень сейвово играют CSW, на удивление. На удивление, очень слабо проявляется какое-то давление команды. CSW забрали тавер, отошли, забрали тавер, отошли. Ну, с другой стороны, доминация чувствуется, все это видно, видно по графикам, видно по экспириенсу. И понятное дело, что постепенно, да, это не снежный ком, конечно, это все медленно, это скорее какой-то асфальтоукладочный каток, который потихонечку, но разнесет потом бараки, разнесет тавера и зайдет на трон. Ну и тут все, в общем-то, зависит от Медузы и от, наверное, скорее удачного ульта аппарата даже, а не удачного Sonic Wave над Квапы. Тут ничего примечательного в этом скеле не имеется. Квапа здесь скорее для отпугивания мобов, которых у нас за собой толпой водит Чен. Ну что, Лакелс решил подраться с крипами. У него очень хорошо получается. Это Hand of God. Крипы, наверное, отсюда, может, и не уйдут. Да, разваливает у нас двоих. Правда, так большинство отошло. Ну, здесь сатир рассыпался. Ну что, Chains у нас под момом. Пошел стрелять по Лакелсу. Лакелс не хочет на лоу-граунде разговаривать, и я его прекрасно понимаю. Спускаться вниз к снайперу — это действительно проблема. Ждем врыв от Туди. Все, в общем-то, зависит от удачно заюзанного реведжа.
от Тайдхантера, а потом, разумеется, рефрешер арба и еще раз удачно заюзанного реведжа. Ничего Тайдхантеру не мешает, что здесь по БКБ. Ну, единственная квапа у нас БКБ может быть в этот момент, а так, по большому счету, все и попадутся. Все, кроме квапы. Но опять у нас Тайдхантер медлит. Купил рефрешер орб, почему-то не реализует его. Видимо, решили с Рошаном разобраться. Но этих Рошанов еще будет 1000. А вот обновить, опробовать новый артефакт в виде рефрешера орба, я думаю, Тайдхантеру следовало бы. Ну, нет так нет. Ладно, дождемся. У нас времени достаточно, пока что только день. Аба, под смоком. На Рошане никого не имеется. Все стоят на хайграунде. С Аббы спадает смок. Он прекрасно понимает, что его видят. Врыв у нас пошел в Чейнса. Туда же Sonic Wave. Ульта от аппарата куда-то в никуда полетела. Тайдхантер. Ультанул один раз. Ультанул второй раз. Минус 4. Просто развалилась в щепки. Команда Signature Trust. Лакелс думает отсюда уходить. Никуда Лакелс отсюда не уходит. Но это полнейший развал. Полнейшее унижение. И Team Vibe со стороны команды CSW. Тайдхантер все сделал по гайду, через ревидж, через рефрешер, через ревидж еще один, туда бы только Шиву, просто чтобы все были белые и красивые. Ну, по самурайской традиции, умирать надо в белом, тут действительно Шива необходима, но опять же, это уже мои заморочки. Опять же, 3-4-3 просто у нас контрит Лакелса, нет линки, все, минус 98, Лакелс не дамажит. Один несчастный Бейн законтрил у нас Лакелса без вопросов. Ульта аппарата пошла, но здесь все фуловые, ульту аппарата переживают. Даже разворачивается еще и подраться. Туди плюет у нас в Лакелса, и это, по-моему, не просто скилл, а... In your face. Да, а какой-то мув со стороны одного героя по отношению к другому. Действительно, относительно плевать хотела команда CSW на все, что Медуза может предложить. У Лакелса 0-3 счет и какие-то поползновения к тому, чтобы улучшить свой показатель, я, честно говоря, не вижу. 9-22. Впереди команда CSW по золоту. 20 тысяч по экспириенсу, те же 20 тысяч. Скорее всего, сейчас забирается Aegis, забирается сыр и дальше уже отправляется на нижний лайн добивать у нас команда CSW. Уже не реагирует просто на ульты от аппарата. Никому не больно. Все, в общем-то, нормально себя чувствуют. Чуть-чуть потикало. Да, подмерзли, да, поскрипели. Ну, немного, в принципе, там мека от Чена, хил от Чена. Опять же, есть Аганим. Вот вы видите прекрасно, что Hand of God просто по КД. У Зайца у нас от Чена. Маны достаточно, кулдаун ничтожный, 30 секунд это вообще не кулдаун для такого крутого скилла. Чен теперь просто нон-стоп аптечка для всей команды. И ульты аппарата становятся абсолютно бесполезными, если, конечно, в файте не сливаться. Ну что, Аба у нас покликал по музыке. Будет ли музыка здесь отдаваться, мы сейчас узнаем. Будет ли кто-то подходить от Signature Trust? Нет, Аба и сам отсюда как можно быстрее уходит, драться не решился. Ульта аппарата в никуда. 30 секунд не будет ульты Шира. Можно попробовать зайти. У Шира, кстати, появляется Аганим. После Аганима еще сверху порядка 1000 капнуло. Ну чего CSW тянет, не понимаю. МКБ, который контрит баттерфляю, чейнса имеется. Дамаги куча. Скорость атаки бешеная. Не встреет. Не подставляется под магию через БКБ. Медуза до него просто не может дойти, чтобы физухой надамажить. Медузу просто снайпер не подпустит к себе. У Медузы ничего нет. Ни БКБ, ни каких-то... какой-нибудь линки, которая могла бы, опять же, избавить ее от контроля со стороны команды CSW. Медуза просто становится сильно дамажащим, но бесполезным человеком. Тут тот случай, когда поднимите мне веки. Пока веки Медузы никто не поднимает... Медуза ничего сделать не может, ну вот крипов разве что отбивать. А Чейнс в это время стоит и расстреливает Тауэр. Теперь расстреливает Медузу. Есть реведж, есть рефрешер от Тайдхантера. Ждем, будет ли еще один тимвайп от CSW. Голем остался, по-моему, потерял у нас дракона.
Чен. Ну да, собственно, больше ничего серьезного по... А нет, есть у нас. Громозавр у нас пришел, пришел тоже подраться. 2000 хп плюс. Ну, плюс какие-то маломальские, но все-таки скиллы. Ну что, врыв у нас пошел от Лакелса. Ульта пошла от Тайтхантера. Рефрешер, еще одна ульта от Тайтхантера. Лакелс рассыпается. Моментально разваливается у нас Лакелс. Hand of God от Гадота. И ульта аппарата опять же в никуда. Минус 3 сделали. Не почувствовали вообще команду Signature раз в последнем файте игроки CSW. Как, собственно, было и на реке 10 минут назад. Ну что, поздравляем. CSW очень уверенно свой пик реализовали. Тайтхантер просто умничка и молодец. Все его лайкаем, все шлем открытки поздравительные. Ждем ответ на его матче. CSW выигрывает эту катку пока что. Но напомню еще раз, что это серия Best of 2. Соответственно, сейчас будет ответ. Поменяются сторонами, переведут дыхание, разберут свои ошибки и... Вернемся через несколько минут. Напомню еще раз, что это студия Игрокам ТВ, у микрофона Друг. Не забывайте подписываться на Twitch. Это абсолютно бесплатно, доступно и не больно. Можете делать это прямо сейчас, мы будем только рады. Ну и не переключайтесь, у нас впереди крутейшие матчи сегодня. Во-первых, Kensei Vips против Signature Trust, ответная игра. А во-вторых, сегодня играют не кто-то там. Играют Тинкеры против команды Hellraisers. Сможет ли Hellraisers отстоять свое первое место в групповом этапе? Увидим, узнаем. Ну, что-то мне подсказывает, что сделают они для этого все и даже чуть-чуть больше. Ладно, пару минут. Я отдыхаю, вы отдыхайте, слушаем музыку. Услышимся очень-очень скоро.